Еще 21 мигрант погиб в Эгейском море по пути из Турции в Грецию. Две лодки с беженцами затонули. У острова Калимнос в ночь с четверга на пятницу погибли 18 человек. Утром у Родоса было обнаружено 3 тела. Несмотря на все опасности, наступившие холода и участившиеся штормы, поток беженцев с Ближнего Востока и из стран Северной Африки, пытающихся добраться по Средиземному морю до Европы, не иссякает. Накануне несколько лодок с мигрантами затонули у острова Лесбос. Среди погибших было 5 детей. По данным Международной организации по миграции, только со 2 сентября по 26 октября при попытке пересечь Эгейское море погибли 69 детей. Общее число тех, кто в этом году заплатил жизнью, ища убежище в Европе, превысило 3200 человек. Ну,